Сегодняшнего дня распахнулись двери церквей, соборов и храмов. Принять участие в церковной службе одновременно сможет ограниченное число человек. В воскресенье 7 июня – важный христианский праздник, День Святой Троицы. Название праздника означает «Единство Святого Духа, Бога Отца и Бога Сына». На Руси Троица знаменовала окончательное наступление лета. Как рассказали священнослужители Преображенского собора, богослужение в этот день совершат на улице с соблюдением всех карантинных мер. Прихожане будут находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Для этого во дворе специально нанесли разметку. При посещении храма граждане обязаны быть в защитных масках. Церковные лавки в праздничные и выходные дни будут работать на улице. В народной традиции не менее важной, чем сам праздник, считалась Троицкая родительская суббота. В 2020 году она приходится на 6 июня. В этот день после литургии будет совершено поминовение усопших. Служба также пройдет на улице с соблюдением дистанции и масочного режима. Церковью не планируется проведение поминальных обрядов на кладбищах. Священники рекомендуют обратить все помыслы Господу, побывать в храме, не отвлекаясь на мирские дела. В республике по-прежнему действует режим ЧП. Количество заболевших перевалило за 1000. Случаи продолжают регистрировать по нынешнее время. Поэтому оперштаб рекомендует гражданам воздержаться от посещения мест захоронения близких и родных в поминальные дни. За соблюдением порядка в церквях и на кладбищах будут следить правоохранители.